Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова вы, видос по колде Warzone. И у меня для вас отличнейшие новости. И новости эти связаны с будущим Warzone. А, Во-первых, ребят, перед началом ролика хочу заметить, что информацию я беру из своего же паблика ВКонтакте. Эта информация дублируется в мой телеграм-канал. А еще в телеграм-канале можно найти себе тиммейтов для КБ и Warzone соответственно. А также, также каждый день с 9 часов стримы на Твиче. Все ссылочки, ребята, в закрепе или в описании. Итак, давайте прям подряд по новостям пойдем, что добавили, что убрали, что сделали. Во-первых, для людей, которые немного сыковали, когда услышали фразу о том, что... Аналогично, как в Таркове, будет вайп, то есть удалят весь прогресс, который у вас был в DMZ, ребята. Infinity Ward сообщает, что застрахованные слоты оружия в DMZ не будут сбрасываться во втором сезоне. Что это означает, что, несмотря на то, что квесты сбросятся, вы все равно сможете э, экипировать себе застрахованные пушки, потому что по умолчанию у вас всего один слот, а чтобы открыть их несколько штук, нужно сделать огромное количество квестов, это действительно долго, а пушки. Перезаряжается очень долго. На самом деле, я бы сделал перезарядку пушек чуть побыстрее. Ну, там, ну, полчаса. Потому что, ну, это какой-то смех, как по мне. Итак, идем дальше. А, у нас появилось описание. У нас появился тизер. Очень коротенький тизер. А, в тизере, в самом по себе, ничего интересного не показывают. Там буквально просто шарик катается по песку. А потом нам показывают очертания вот этой карты. Новая карта будет называться Ашика. Ашика Айланд. То есть остров Ашика uh, предназначен он для Ground War 24 на 24, для возрождения на 50 человек и для ДМЗ. То есть даже если вы играете в ДМЗ, вы сможете поиграть вот в этой, на вот этой вот uh, карте. Uh, давайте я чуть-чуть вот так вот от, отодвину. Uh, что я могу сказать по карте? Она своими uh, своим визуалом очень сильно напоминает карту под названием Фортун uh, Кип. То есть та карта, которую добавили как раз в кальдеру. Но а, у нас здесь будет больше упор, как вы видите, на а, какие-то, не знаю, технические зоны. То есть у нас здесь порт, у нас здесь а, как-то энер энергостанция, а, у нас тут есть стоянка транспорта и так далее. То есть у, здесь будет больше упор на здания, чем вот на такие, знаете, а-ля... А, Аля замок что ли? То есть вот здесь здесь есть замок, но на фортун кип вся карта представляла собой, знаете, такое практически средневековье что ли. То есть очень очень старые домики и вы там бегали там все перестреливались. Крутая была карта. Я очень надеюсь, что Ашика тоже будет весьма и весьма неплохой картой. Очень сильно ее жду, но скорее всего добавят ее не раньше чем в середине сезона, потому что они никогда не вываливают весь контент одновременно. Ну не бывает такого. Это, конечно, может с какой-то вероятностью произойти, но чаще всего этого не происходит. Поэтому будем ждать эту карту. А, идем дальше. А, дальше у нас есть обновление MV2 Warzone 2.0 от 30 января. А, кто не знает, буквально накануне у нас выходил новый патч. А, в новом патче в основном пофиксили какие-то проблемы со стабильностью а, и убрали... Убрали баги, которые не давали возможность, например, сохранять оружие. Ничего, шибко критического. Там не было. То есть там не было никакого ребаланса, оружия и так далее. А второй момент заключается в том, что перк авиаразведка был убран из игры. Это тот самый перк, который позволял стримерам стабильно набивать 20 плюс фрагов, потому что почти все время ты был под бэпкой, Ты просто ставил метку на карте и бежал к следующей цели. Ставил метку на карте и бежал к следующей цели. Теперь этот перк убрали на ребаланс, его выключили. Вместо него сейчас перк что-то типа ты быстрее резаешься или тебя быстрее резают. Ну, в общем, бессмысленный перк. Теперь всех, всем рекомендую переходить на набор перков Командос. Там у нас будет а, быстрые руки, а также там будет а, бдительность. То есть вы будете видеть, что на вас кто-то смотрит, если, например, это происходит сзади или сбоку. Очень крутой набор перков. Используйте сейчас его. Ну, или используйте ресток и бдительность для того, чтобы у вас восполнялись ваши гранаты. Это тоже достаточно крутой набор перков. Перков, а, дальше у нас все. По большому счету, это у нас все. А, что я могу сказать, ребята? Подписывайтесь обязательно на группу для того, чтобы быть а, в курсе всего происходящего. А, но а, что я хочу сказать по сезону, который выйдет буквально через 15 дней, нас ждет очень много изменений, которые должны положительно сказаться на игре. И опрос разработчика, касающийся того, как какие карты мы хотим видеть в Warzone, говорят о многом. И один из зрителей подсказал мне интересную теорию, почему, почему они начали спрашивать, какой нам нравится, например, Верданск. Все очень просто. Игры, где есть кросс-прогрессия, они должны быть одинаковыми. А как вы знаете, в Warzone Mobile будет Верданск. И логичнее сделать так, чтобы в конце года нам добавили Верданск, чтобы люди, которые играют в мобильную игру, с большей охотой, например, продолжали свой геймплей на консоли или на ПК. Это будет логично, потому что пушки там будут одинаковые, Battle Pass там будет одинаковый, там будет кросс-прогрессия, то есть вы вкачиваете пушку в мобильной версии, и вы можете использовать ее в оригинальной версии. Но там у вас Верданск, и вы учитесь играть в Верданске, а здесь у вас Альмазра, и это может вызывать определенный когнитивный диссонанс у людей, которые играют на, ну, на мобилках. И наоборот. То есть у вас не будет такого э, желания идти и играть новую карту, просто потому что, ну, у меня мобилка сильная. На этом, ребят, все. Всем спасибо. Всем паха. Паха. <с -пока> Приходите на стримы. И вот, 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 вам, вот вам кота покажу. За то, что посмотрели ролик, ребята. Вот вам недовольный кот. И хули такой недовольный, а?